В 2019 году на дорожный сектор было выделено 14,8 миллиардов тенге. Частичный капитальный ремонт был проделан на 60 километров дорог, улиц, а также построен один мост. 45 проектов по ремонту автодорог местного назначения реализовано в рамках программы «Нурлыжол». 55 проектов по ремонту улиц сельских населенных пунктов реализовано в рамках программы «Аул Ельбисаге». Об этом сегодня сообщили отраслевые эксперты на онлайн-брифинге. Стоит отметить, что в 2019 году начата реализация трех крупных местных проектов. В результате доля местных автодорог, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, достигла 85%, отмечают специалисты. Среднереспубликанский показатель – 71%. В 2020 году в дорожную отрасль инвестировано 11,8 миллиардов тенге, в том числе 4,6 миллиардов из республиканского и 7,2 миллиарда из местного бюджета. За счет выделенных средств на дорогах местного значения будет проведено строительство 18 километров новых автодорог, реконструкция 6,1 километра и средний ремонт на 410,78 километрах. По итогам 2020 года предполагается довести долю местных автодорог в хорошем и удовлетворительном состоянии с 85% до 90%. В этом плане между акимом области и акиматами районов, также между управлениями и акимами районов будут заключены соответствующие соглашения. Ведется ежеквартальная отчет. В качестве дополнительных мер в целях предотвращения разрушения автодорог совместно с Управлением природных ресурсов были заключены дополнительные соглашения. Акиматом области в адрес заместителя премьер-министра Республики Казахстан Романа Скляра направлено письмо по содействию и принятию требований законодательного запрета на проезд грузовых автомобилей на автодорогах общего пользования, отметив, что самосвальные грузовики китайского производства «Хово», «Чакман» и другие являются машинами для погрузки и перевозки грузов в карьерах.